батарейка садится. Сегодня у нас 12 июня, у нас садится батарейка, и мы идем еще на одну маленькую достопримечательность, каменную реку. Пришли на каменную реку. Такое вот у нас красивое, уютное место. И никого нету. И бинтов запасных пока не болят. Только наши ребята. И пару людей там где-то вдалеке. Красивое место. Жалко, только с дроном мы не сможем полетать, ребята забыли телефоны. А у меня нет своего дрона, и поэтому у меня нет приложения DJI на телефоне. Но телефон есть с собой. Еще раз, ну вот, сходили мы на каменную реку, хорошо прогулялись, пошутили про маратовский коэффициент, а Марат сказал, что идти, ну, 700 метров, в итоге мы шли, ну, 2,5 километра, наверное, то есть это и есть маратовский коэффициент, Марат без обид. Все было классно, все прошло хорошо. Единственное, вчера, во время последней песни Летова, границы ключ, перелом пополам, она не попала в видео, в общем, что-то произошло с моей техникой, что-то щелкнуло, и звук пропал. Все. Вскрытие покажет, что произошло. Либо с шарабаном, либо с пультом, либо еще с чем-то. Не знаю, что-то щелкнуло и перестало играть. Ладно, все поправимо. Вот наш лагерь еще. Кстати, мы его еще увидим сегодня. Вдруг интересно, какой температуры вода была, когда мы купались. Ну, она не поменялась со вчерашнего дня. Температура плюс 12 градусов. Довольно прохладно и бодряще. Рыбка.
разные случаи бывают. Знаете, как рождается контент? Это делается таким образом. Начинаешь перекидывать видео, а в ноутбуке, оказывается, батарейки садится, потому что он 2 дня лежал в машине в спящем режиме. Вот. И чтобы редкие кадры, которые вы видели ранее, попали в клип, приходится делать вот так. В течение нашей поездочки мы решили немножечко разбавить экстримом выезд с нашей площадки. Мы поехали по нестандартной дороге. Навигатор повел, мы тут ног, он же ведет, значит, можно проехать. Вот. И добавление классической гравийной трясучки, которая есть перед любым таким местом, нам добавилось еще вот ранее видео, которое вы видели, это вот преодоление, смотрите, как это... Не все, к сожалению, попало, там красивый очень водопад был, вода высокая. А что могу сказать про гору Малиновую под номером 3? Очень классное место, я рекомендую его для посещения. Рядом с деревней Атурок можно найти классную стоянку. Ну, конечно, мы стояли на частной стоянке. Если поискать, дальше мы прошлись, посмотрели, есть еще стоянки. Также есть места с домиками, оборудованные для отдыха. Я очень рекомендую посетить гору Малиновую. Маршрут несложный. Единственное, что желательно все-таки одевать сапоги. Сапоги вас очень даже выручат, особенно если погода вот такая будет. Если будет сухо, вы можете не сможете прогнозировать, когда будет дождь. Вот. Также рекомендую посетить город Белорецк, если вы в нем не были. Интересный старый город, сталинские дома красивые. Ну и в целом очень интересный ландшафтный город. Также зимой можно посетить горнолыжный курорт Мраткин. Вот я там катался. Однозначно рекомендую. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк. А мы поехали домой. Пока. Друзья, хотелось бы по традиции подвести итоги нашей поездки. Мы классно съездили, у нас была суперская компания, нас было 40 человек, и плюс к нам еще присоединились в конце вчерашнего мероприятия наши коллеги из Нефтекамска. Было здорово, мы так классно оторвались, классно ребята пели. Я слушал много благодарностей за свое исполнение, а я очень благодарен ребятам за организацию этого мероприятия. Я бы назвал даже праздником прям. Вот. Ну, на самом деле, сегодня праздник, сегодня день города.
12 июня 22-го года. О, салют будет. Вот, будет салют, Катя говорит нам. Мы приехали домой, пройдено 261 километр, продолжительность пути заняла 3 часа, пацанчик, ты что делаешь, 3 часа 40 минут. Почему у нас сегодня с машинами что-то происходит? Почему я еду, а мне как бы усложняют постоянно все. Вот, дядька что-то махал руками. В общем, мы приехали, все классно, все супер. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за фотки. Все, сосед Серега наш. Всем до скорого, пока. Такую интересную на помойку потащил. Ну-ка, может, мне надо. Ты до сих пор снимаешь? Я, у меня рука занята.